Спуститесь. Я отказал вашей просьбе. Вы попросили, я отказал. Все. Потому что или маску снимать, или отлететь. А или подпрыгнуть, может, 10 раз. Давайте подпрыгнем. Я не давала согласия. Согласия на съемку. Пожалуйста, выключите телефон. Меня снимают. Да пускай снимают. Только... Ну я понимаю, что вы любите заниматься. Ну вот. Я же не ваш подчиненный. Приказ для вас тоже. Вы не смешите народ. Я уже этих приказов, знаете. На масочку надевайте. Вы не указываете, не указываете людям. Я отказал вашей просьбе. Вы попросили, я отказал. Все. Спуститесь. Нет, я в этой просьбе я тоже вам отказываю. Понятно, понятно вам? По правой стороне, понятно. Или непонятно? Что не проверяют? Потом из-за вас проверяют. Из-за меня? Потому что или маску снимать, или отлететь. А или подпрыгнуть, может, 10 раз. Давайте подпрыгнемся, скажем. Или. Что значит или? Это отказ медицинской помощи. Или. Вообще никого не трогаю, стою просто. Масочку одевайте, пожалуйста. Масочку оденьте, пожалуйста. Я не давала согласия на съемку себя. Я не давала согласия на съемку. Пожалуйста, выключите телефон. Пересадьте, пожалуйста. Меня снимают. Да, пускай снимают. А вы представиться согласия. Можете, мужчина? Ну. А почему вы снимаете? Ну, хочу. А вы представиться можете? Нет. Почему? Не желаю, почему? А почему вы не хотите представиться? Ну, есть у человека хотение, а есть нехотение, вот поэтому не хочу. А маску вы почему не хотите одеть? А вы почему без маски? Я в маске. Ну, я не замечаю, что вы в маске. Может, на лоб еще наденете и вы скажете, что вы в маске, да и все. Почему вы без маски? Я тоже не вот хочу. Вот видите, маска? Ну. Вот хотя бы так ее наденете. Хотя бы так не надо мне. Не смешите народ. А мужчина с кем? С вами, да? А как фамилию хотя бы скажите? Так почему я должен? Ну, я хочу знать, кто меня снимает. А я хочу знать, кто меня спрашивает. Заведующий отделением Казарин Николай Николаевич. Вы должностное лицо? Да. Вот видите, вы тоже без маски ходите. Зачем требуете посторонних маски одевать? Зачем? Есть приказ по больнице. Исполняйте ваш приказ. Я же не ваш подчиненный. Приказ для вас тоже. Нет, вы не смешите народ. Я уже этих приказов, знаете, сколько... Ну, я понимаю, что вы этим любите заниматься. Ну, вот. Так что приказы-то для вас. Вот и выполняйте. Все, вопросов же нет. Все элементарно просто. А для меня никаких приказов не действует. Видите? Я вижу по вашему лицу. Ну, вот. Спускайтесь, пожалуйста, внизу. Да нет, я здесь посижу. Не спускайтесь. Да нет, спасибо. Почему мне пронос, пронос? Это сам вон, с Николаем Николаевичем переговорить. У них должна быть электронная почта. Они что с ней разговаривать?